Да, в банк. Опять в банк. Всем привет. Привет. Пришло время забирать ключи от квартиры. Кстати, одна новость очень радостная. Квартира наша увеличилась в площади, да? Да, на 2,8 где-то. 2,7. Представляете? Квадратных метра. Увеличилась. Ну так, визуально-то она как вроде бы та же самая осталась, но по документам увеличилась она. Но это радостная новость, не очень радостная для нас, что придется за эти квадраты доплачивать деньги. Ну, об этом предупреждали. Вопросов нет. В договоре было все указано, что возможно такое. Может быть больше, может быть меньше. Потому что тот план делали до того, как строили дом. Поэтому это было предположительно. Ну, хорошо, что не на 10 квадратов она увеличилась. Ну, и на минуточку нужно доплатить всего лишь... Около 60 тысяч гривен, это на минуточку, опять же, около 2 с чем-то тысяч долларов. Да, тут, конечно, надо, как бы и предупреждают, но ты в тот момент не думаешь, сколько это будет, собственно говоря. Опять же, квартиру каждый день не покупаешь, поэтому с этим не сталкиваешься. Пишите в комментариях, нормально это или нет. Как по мне, ладно, ну, деваться нам. Не только нам, а всем остальным некуда деваться. Сумму определенную внес, там 20-30 тысяч долларов, то 2000 долларов уже никуда не денешься, найдешь, не откажешься от квартиры, не скажешь. Все, забирайте, я обиделся, не буду покупать, деньги можете себе оставить. Ну ты не прав, потому что предупреждали. Предупреждали, да, и дальше, я думаю, все ж уже не будет никаких, нет? Нет. Оплата за ключи, там, оплата... Нет, все уже, ну, слава богу. Поэтому едем в банк, платим, и потом уже за ключами, да, вроде бы? Нет, к нотариусу. А, ё-моё. Там самая долгая процедура. Кстати, вчера процедуру прошли оформление детской квартиры, да? Раньше детская комната была, а сейчас дети покупают квартиры. Молодцы. Но эмоций как-то я не замечал каких-то таких. У них сильно потом были радостные. Потом, не знаю, потом скрытые сами. Эмоции. А сами уже? Мы уже не видели, какие у них там были эмоции. Сами. Может быть, да. В свое время, если бы я в таком возрасте имел квартиру уже новую, еще и в новом доме. Ну, они скромно. Я бы не знаю, какие у меня эмоции были. У них был сначала шок. Сейчас-то уже, конечно, уже с возрастом эмоций этих нету. Ну, почему? Но все равно у кого-то есть. Thank you.
свернуть мозги можно с этими нотариусами. Такие бабки платишь, еще и выходишь оттуда, как просто из дурдома. Самая тяжелая процедура – это нотариус. Просто нужно иметь крепкие нервы, чтобы не это, не сорваться. Ты уходил все время. Здрасте. Где наши ключики? Где наши ключики? Квартира 107. Дайте, пожалуйста, ключики. Спасибо. Все, нам нужно идти, да? Да. А, брелок. Я думала, этот брелок. Нет. Ты что, уже еду купила? Ну да, я же домой иду. Уже в свой дом. Можем даже заходить сами. И что, можно уже так открывать? Да. И что, калитка сама закрывается? Не знаю пока. Выдали жетончики. Сейчас я пойду посижу где-то. А, он теннисный стол, можно взять, поиграть. Может, я на лавочке где-то посижу, правда, холодно. На теннисном столе можно нарезать колбасу? Нет. Почему? Вон есть столы для нарезания колбасы. А на траве можно сидеть? И еще тут будет мангальная зона. То есть можно будет корой топить мангалы? Ну, блин, только ты мог такое придумать. Как всегда, ничего не меняется. Вон кора для мангалов специальная. А травка для собак, скажи. И коту. Травку, собак, выгуливать котов. Нельзя. На 1 мая можно одеяло вынести, постелить и сидеть пить пиво. Очень удобно. Это наш подъезд тут? Да. Так, тут какая-то навес. Навес такой какой-то. И что, даже можно стоять. Открывать? Закрыто? Да. Ничего себе. Уже и не зайдут. Это домофон. Открываем. С доводчиком все. А так, где наш ящик? Вот. А что, он самый низкий, что ли? Да. Это надо будет на колени вставать, чтобы открывать. Зачем? Ты что, нормально? Ключик нам еще не дали от ящика. Ты что, уже расквасила шампанское? Ром, ты меня загрузил, на, держи. Блин. Будешь, я побегу. Кто быстрее, лифт или я? А какой у нас этаж? Пятый вроде. А то я могу на восьмой заехать. Стартовать будем вместе. Хорошо. Так, приготовился. Так, ты же кнопку нажмешь. А где она? Раз, два, три. Блин, так нечестно. Рома уже, наверное, на пятом этаже. Очень тихо едет. Чуть-чуть слышно. Второй, третий, так, четвертый. Ну-ка, выходим. Очень тихо. Ты что? Ну, попал. Быстро лифт идет. Это что ли наша квартира? Ну, наверное. Что ты воешь? Потому что это мой квартира. Хочу воевать. Ух ты, здесь уютно. Даже без ремонта. Я, наверное, так и буду жить нормально. Тепло. Закрывай. Зачем? Ну потому что мы дома. Все должно быть, что не закрыть. Я приглашаю тебя на кухню. Это, конечно, все не надо, это уберешь. Ну у нас в квартире чище, чем у них. На балконе мы находимся. Да. Балкон идет с отоплением. Выхлопными газами от котла. Это я буду пить Франклин Кола 1886 года. Ну, начинаем праздновать. Не облей только меня. Учитесь, как профессионал. Круто, аккуратно и с хлопком. Ну что, я сама себе даже наливать буду? Наливай, блин. Конечно. Ладно, Рома, это и с купи камерой. Тебе и квартиру купи, и шампанское. И ничего страшного. И Рафаэла купи, еще налей, и может выпей за тебя. Нет, выпью я сама. Ну давай. За что, за что? За квартиру нашу. За новую квартиру. Ты рад? В ней было счастье. Квартира, заработанная своими руками и умом. За это и выпью. Чтоб у каждого такое было, желаю вам тоже. В жизни нужно хотя бы купить
хоть одну квартиру. Ну, можно 2-3, но это потом. Ну, для начала хотя бы одну. Вкусное шампанское. А кола реально какая-то. Как вроде бы она 86-го года. 1800. Не такая специфическая. Не такая, как в один. Говно. Вот так, да? Служишь, работаешь на дядю. Ждешь чего-то от него. Стоишь на очереди, многие стоят на очередях. Кто-то не доживает, умирает. Очередь о, пропадает. Господи, ну что ты так? Ну а сколько людей? Ну, обещали людям. Судьба. Жди, стой на очереди, ты должен. В конечном итоге, что ни от кого ничего не дождешься, пока сам не захочешь и не сделаешь. Вот вам пример живой. Ладно. История продолжается. Можно лучше в окошко смотреть. Смотри, какая красота. Креселка тут поставить. Видок, конечно, не очень, но со временем. Да, пока, я думаю, вот купит кто-то и что-то сделает. Да, в принципе, будет хороший здесь вид, почему? Тем более, опять же, данную квартиру мы купили для... Ну как, планировал я, а дальше будет видно. Главное, что площадь есть. Ну, типа студии что-то сделать, офиса, гостевая, гостей встречать, кухню хорошую сделать, видео снимать по готовке и все остальное. Жить нам есть где, слава богу. Ну и плюс еще тут тоже, я думаю... Найдется применение данной площади. Тем более новый дом есть новый. Говорят, что нужно обмывать квартиру. Я уже давно это начала делать. А ключи? А что он мой? Блин, ты что вообще офигел? Зачем мой бокал? Что не в свой? Потому что обмывать нужно в шампанском. Смотри, как красиво. Фоткай. Красиво очень, да. Очень красиво. Теперь у нас квартира обмытая. По-настоящему. Просто еще. Нужно долить еще. Вот. Вот так. И теперь пьешь, берешь и ключи ловишь. Ты думаешь, что я не буду пить шампанское? Я его буду пить даже с ключами. Берешь, пьешь, но ключи не глотаешь. Главное, чтобы Рафаэла сама была. Шампанское, которое ключи купались. Рома нужно... будет пить. Нужно... На счастье, на удачу. Ты хоть молитву прочитал? Читаю. На счастье, на удачу, на что еще? А, и разбросать бумажки от Рафаэла. Ну не надо мусорить в новой квартире. Я думала, ты будешь бить бокалы. Это не свадьба. И на кухне. Так, Рома что-то начал чудить. Это Кока-Кола так повлияла. Все. Процедура освещения квартиры, обмывания, прошла успешно. А я поздравляю, товарищи.